На открытии собрались те, кто принял участие в его сооружении. Владимир Хватов, вице-президент межрегиональной общественной организации по обеспечению правовой защиты, охраны окружающей среды, национальный экологический порядок. Татьяна Лебедева, начальник отдела по сельскому хозяйству, охране окружающей среды администрации Ленинского района, а также местные жители. Я думаю, что все-таки люди, мы уже достаточно сознательны 21 века, и нам надо думать о нашей безопасности всем сообща. На стенде будет размещаться информация о проведенных проверках на предприятиях района, таких как коксогазовый завод, гипсобетон и другие. Внизу стенда прикреплен ящик, в который любой желающий может положить сообщение, жалобу или предложение. Без общественности, без мнения жителей, без даже комментариев жителей сложно решить проблему, не находя подсказки.